Что нужно работодателям и что им могут предложить завтрашние выпускники? Об этом шла речь за круглым столом в Волжском филиале Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета. На специалистов технического профиля на рынке труда всегда есть спрос. А учитывая специфику вуза, автодорожное хозяйство, безработица выпускникам МАДИ не грозит точно. Отрасль нуждается в квалифицированных кадрах, отметил глава Чувашии. У вас тоже огромные возможности. Почему я так говорю? Потому что специальная строка дорожного фонда сегодня позволяет выделять огромные средства для строительства дорог, для реконструкции, для содержания. Дополнительные специалисты нужны. Дополнительные мастера своего дела просто нужны. После разговора с Михаилом Игнатьевым студенты встретились с представителями автодорожных, строительных и других организаций. Речь шла о возможностях трудоустройства. Ольга Пырочкина, Дина Кустова, Расиль Мухаметов. Республика.